Hi guys, this is my first vlog. Целый день сегодня просидел дома. Вышел только вот сейчас уже 5:30. Сейчас иду к Анет. Анет приехала с Киева в Конотоп к родителям. Вчера и позавчера целый день просидел дома, никуда не выходил. Единственное, что я сделал, это залил новый влог на YouTube. Да, скрипы уже fly away. В Литву лететь 29-го, уже поскорее бы лететь, потому что нужно. Стасу и Тане привет. Как там у вас на работе? Что интересного? Отпишитесь в комментариях, что там да как там у вас. И да, я иду посреди дороги. О, какой дерзкий. Вылетел из-за угла. Уже подошел под подъезд Анет. Сейчас жду ее. И едем. Приехали в больницу. Здесь у Анет какой-то родственник лежит, точно я не знаю. Они пошли проведывать. Я остался пока в машине посидеть, потому что на улице прохладно. После того, как Анет сходит с родителями в больницу, пойдем в лабиринт, там посидим. Так что вот так вот. Сейчас около банкомата, уже выехали с больницы. Анет снимет деньги. Погода такая себе, все летает. Нижнятина. Зашли уже в лабиринт, будем заказывать кальян. Что-то, походу, меня торкнуло. Ну тут уже есть, никто не стирал. Посидели в этом кафе в лабиринте. Сейчас будем движевать уже по домам, потому что делать нечего. No woman, no cry. No woman, no cry. Я знаю, что кто-то сейчас скучает за этим местом. Польша, Польша, прием, прием.